Друзья, являюсь владельцем видеокамеры Sony X3000. Уже она у меня более 3 лет. Вот. Вчера у меня приключилась такая беда. Выронил ее из рук. И вот что у меня с защитным стеклом произошло. В прошлом году также ронял. Но это было в помещении, на линолеум она упала с небольшой высоты, с высоты стола. Тогда у меня сбился автофокус в объективе, пришлось объектив менять. В Краснодаре менял, дорогостоящая процедура получилась. Думал, в этот раз на асфальт упала. Вот. Защитное стекло отсоединилось, отскочило, разбилось. Вот, ну. Объектив остался в целости и сохранности, и не фокус не сбился. Я пробовал, уже снимал, работает, снимает нормально. Посмотрел вчера на AliExpress такие стекла, ну там минимум за 1900 с чем-то можно приобрести. Это я стекло покупал за 2300, что ли, я не помню, уже давно, вместе с пальцедержателем, вроде бы как оригинальные, с документами, запакованы все были. Вот. Но стекло пришло, но мне изначально тогда не понравилось. В этом стекле были какие-то включения, какие-то крапинки. Стекло нечистое было. Ну, на съемку это не влияло. Вот. И что я решил попробовать сделать. Все равно от этого ничего не теряю. Я вчера феном нагрел стекло это. Вытащил его. Вот. Я уже его отклеил. Оно приклеивается. Вот. Я не знаю, что это за материал. Вот. Толщина троечка стекла. В рекламе пишут, что ударопрочная, там антибликовая, что ли. Не знаю. Я вот позвонил в мастерские по обработке зеркал и стекла. Договорился с человеком. Вот сказал, что сделает, выточит точно такое же стекло, и по цене это будет стоить не дороже 100 рублей, а может быть и дешевле. Сейчас поеду, посмотрим, что из этого вообще получится. Только потом, как приклеивать это стекло, я пока еще не знаю, или на двусторонний скотч, или просто на клей секунда. Теперь остается его посадить на двусторонний скотч. Сейчас вырежу тоненькие полосочки по периметру стекла. Ну вот, вырезал полосочки из двустороннего скотча по периметру. И сейчас буду приклеивать стекло. Приклеил стекло. Можно пользоваться. Пока придет новое защитное стекло, временно можно пользоваться этим. Лови. Вася, где Люда? Вон Люда. Вон она. Вон. Вася, Вася. Вон.
покупать.